Это сигнал. Ну, скажу, сигнальчик у нас не ахти. А какой-то мусор подает там, что-то маленькое. Возможно, мне это маленькое, возможно, фольга или что-то такая ерунда. Сейчас будем копать, посмотрим. Походу, попробую показать, как копать. Земля твердая, корни. Придется положить телефон. Так, вот. Тут остаток этой гильзы нашел. Ржавый уже. Капсула. А теперь тут будем копать. Как бы землю вырыл так ямку вот эту маленькую. И тут слабый такой сигнал. Будем смотреть, что за мусор. Ничего не могу поймать. Хотя сигнал был, но пропал. Попробуем еще раз определить. Уже другую. Ага. Что-то здесь есть. Руки. И... И что это? Было. Да. Так, чуть я угадать не могу. Показывает, что есть. С руки ушла эта штучка. Была же в руке. Вот нашел. Что-то у нас, по-моему, евро. 1 сантим, что ли? 10 сантим? Нет. Это 10 франков. Да. 10 сантимов франков.
Так, я с год скажу. Скажу, я же попробую. 1955 год. Вот. 10 франков. 1955 год. Вот так вот. Мильнес Санконт Санк. И что у нас есть? Ой. Друзья. Вот такая монетка. Хотелось бы, чтобы, конечно, постарее была, но будем пользоваться тем, что есть. Да, цепача, конечно. Окей, до следующего. Вот, друзья, не отошел я 20 метров от 10 франков, где я нашел место. Тут у меня сигнал отчетливый. Вот здесь вот. Хороший сигнал, я скажу. Сейчас посмотрим, пароль, посмотрим. Включу я камеру, как я вывел. Будем смотреть вместе, что же я тут нашел. Друзья, глубоко копать не надо было. Вот такая железка здесь. Вот. Не знаю, что такое. Не знаю, что такое, честно. Сейчас попробуем узнать. По крайней мере. Думаю, камеру надо покупать. Гроу. По крайней мере, ничего ценного, я думаю. Точно. И не старое, и не ценное. Так. Ковырять я не буду. Сейчас, наверное. Хотя. Нам же всем интересно. Это были, по-моему, старые часы были, да, точно. Это старые часы были. Вот он циферблат. Вот место для стрелок. А это часовой механизм. Здесь вот сидел. Вот так вот. Я возьму, почищу, покажу. Хотя это не нужно уже. Ненужная штучка. Ну что, друзья, до следующего. А, друзья, минут 15-20 прошло с последней находки. Чуть поднялся я в гору. Вон там дорога, трасса. А здесь вот он лес. И вот здесь у меня такой сигнал. Или фольга. Или. Ну, показывает какой-то мусор, по крайней мере. Ну, как истинные любопытные люди, мы проверим, что здесь. Как же можно уйти, не проверив. Сейчас я выкопаю, посмотрим вместе. Уже даже прикопать не пришлось. Так. Чуток лопаты зацепил. И выбросило что-то. Ерунда.
Я же говорил, мусор. Охотники бросили. Облом ужасный. Ну что, продолжаем поиск нашего клада. Он где-то здесь, но не тут. Так, друзья, у нас снова сигнал. Снова это что-то мелкое, что-то не очень важное. Наверху даже, возможно. Сейчас будем смотреть. Сейчас копнем. Возможно, снимем гильза. Что-то такое. Так. Одной рукой неудобно очень копать и снимать. Вот. Думаю, даже больше копать не надо. Так, тут сигнала нету. Сигнал перенесся сюда. Сейчас посмотрим. Это что-то такое, фольга или что-то такое было. Мелкое что-то. Что-то. Что-то мелкое. О, как я говорил. О, мусор. Ну, видно было, что уже мусор какой-то. Ничего. Надежда. Теряюсь, как говорится. Последнее. Будем искать. Продолжаем. Так. Сегодня я ничего не нашел здесь. В лесу были какие-то блиндажи. Или кто-то в свое время свое хозяйство прятал в лесу. Ничего интересного не нашел, кроме того, что я вам показывал. Вот у нас начинается первый снег. Сейчас не видно, но снег падает на ну, думаю, в следующий раз находки будут получше, интереснее. Так что, кто еще не подписался, подписываемся на канал и ждем новых видео от Fun Studio. Всем удачи, ассаламу алейкум.